ребята, это снова с вами Майк Ми. И сегодня у нас, как вы уже поняли по названию видео, выпуск номер 10. Да, долгожданный выпуск. И так получилось, ребят, что за это время к выпуску номер 10 у меня на канале уже собралось 100 подписчиков, в общем. И как вы знаете, с прошлых видео я делал розыгрыш на 100 подписчиков на камеру, на розыгрыш камеры. Вот она камера, ребята, которую сегодня в этом видео мы разыграем. Ну что, хотелось сразу вам сказать, ребята, также будет рассказан про розыгрыш на канале Jackson Play об этой сети, которая тоже будет разыгрываться 21 июня на ивенте, на стриме на канале Jackson Play. Ссылка будет в описании. Вот это вот Sega картридж на 112 игр. Все работают на этой Sega. Все прекрасно работает. Ну и что же хотел я, с чего же я хотел сразу же начать, ребята? Хочу сразу же выразить благодарность, ребят. Там сейчас, где я снимаю, это фотостудия, и владеет ей девушка вместе с другой девушкой. В общем, две девушки владеют. Сразу же хочу передать вам привет. Это Мария и Дарья. Благодарю вас. Спасибо вам, что вы разрешили мне снять 10-й юбилейный выпуск у вас в студии. Видите, как красиво здесь все. Хочется сразу же сказать, ребята, сегодня у меня, сегодня 11 июня, и я хочу передать своему другу Саше с канала Гараж Чувис привет. С днем рождения тебе, друг, десантного тебе здоровья, всех благ и продвижения твоему каналу. Оставлю тоже ссылочку на твой канал. Это, ребят, хороший канал. Он снимает, как говорится, в гараже свои видео. У него тоже есть ретро-став, и также есть у него конкурсы. Также он их проводит интересно, уникально. В общем, ребята, что хочу сказать. Начнем с того, что конкурс будет сделан интересно именно видео-то. Да, здесь 90 бочков этих... Бочонков, ребят, вот таких, да? Бочонков, их вообще будет 13. 13 бочонков. Потому что 13 людей выполнило условия видео. Про бочонки, да? Я перед этим вот видео сразу снял. Вот они, эти бочонки, 13 штук лежат. Выполнили 13 человек. Условия видео на 100 подписчиков, которые поставили плюсы, сделали репосты, лайки, ну и все в таком духе, который будет сейчас между этими 13 человеками будет разыграна вот эта камера. Вот они, эти 13 бочонков. Сразу же хочу прочитать вам список людей, которые будут участвовать сейчас в нашем розыгрыше на камеру. Первый номер, плюс один, поставил Артем Шолов. Поставил плюс один, участвует, номер один. Гараж Чуис, с днем рождения тебе, друг. Желаю тебе удачи в моем розыгрыше. Плюс два. Виталий Калашников, плюс три. Александр Абрамов, плюс четыре. Чекапай Гейм, плюс 5. Извиняюсь сразу же, кого буду где-то маленько прочитывать, маленечко неправильно, сразу же извиняюсь, ребят. Плюс 5, Чекапай Гейм. Реал Сталь, плюс 6. Лавар Ченнел, Василий, привет тебе, плюс 7. Жирнов, плюс 8. Евгений Шугаев, плюс 9. Владимир
не светайло, не светайло, извиняюсь, ребят, еще раз, если где-то маленько коверкнул неправильно, но вы меня поняли, все будет в описании под видео, все будут прописаны. Плюс 10, Владимир не светайло. Лекс Флекс, плюс 11. Денис Новак, плюс 12. И буквально сегодня человек выполнил все условия. Салават Тазеев, плюс 13. Вот, ребят, вот этот список. Вот, я выписал его, просмотрел, все условия ребята выполнили. Ну что ж, ребята, камера уже скоро кому-то поедет в гости. Дай бог, как говорится, здоровья, доедет. Все мы бочата собираем, здесь 13 штук, ребята. Вот они, 13 этих бочонков. Здесь вообще бочат 90. И вот будем сейчас мы разыгрывать, ребята. Будем разыгрывать. Какой первый из этого списка попадется, бочонок? Ребят, ну, тот выиграл, значит. Тому судьба быть с этой камерой. Оп-оп-оп-оп-оп. Начинаем, ребят. Я вот честно, ну, не знаю, как говорится, кому повезет, ребята. Снимаю с первого раза все свои ошибки, все там. Не буду переснимать уже, как говорится. Как получится розыгрыш? Это мой первый розыгрыш, первый опыт, ребята. Начнем. И 90, ребята, 90. Такого же списка, конечно же, нет. Ставим дальше. Дальше, ребята. Оп. Ребята, номер 12. Ну вот и сразу же победитель. Со второго раза. И это у нас Денис Новак. Я тебя поздравляю, Денис. Спеши со мной ВКонтакте. Камера твоя, Денис. Я тебя еще раз поздравляю. Ребят, ну что, ну будет много конкурсов. Я только начинаю, как говорится, сразу. Те, кто это видео посмотрит, не расстраивайтесь, ребят. 21 июня будет разыгрываться Sega с картриджем, джойстиком и совсем. Ссылка описания, которую надо репостнуть, так и называется. Sega за репост. В группе Retro Games оставлю ссылку. Все подробно расписано. Участвуйте. Ну что хочу сказать, да? Денис Новак. Ну поздравляю тебя. Что? Вот 12-й бочонок. В списке человек 12-й. Мои поздравления тебе, Денис. Свяжись со мной ВКонтакте. На канале есть выход на меня ВКонтакте. Где о канале описывается, там есть выход на меня ВКонтакте. Спишись со мной. Договоримся с тобой, как лучше тебе отправить эту камеру. Поздравляю, ребят. Всем добра. Это 10-й выпуск. Вот так получилось. И розыгрыш, и 10-й выпуск. И, конечно же, хочу сказать, есть у меня любимая группа. Это Retro Games. И я решил разыграть Sega Mega Drive 2 в этой группе. Я думаю... Об этой группе уже, как говорится, даже говорить не стоит. Будет просто розыгрыш Sega Mega Drive 2 у Коли Джексона на канале. Ну что, ребят, вот так. С вами был Майк Ми. Всем добра, ребят, всем здоровья. Саша, еще раз тебя, с днем рождения. Еще розыгрыши впереди куча. Подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в моих конкурсах, ребята. Пока-пока, ребята!